Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 16 октября. В этот день наши предки наблюдали за зверьками и по ним судили о будущей погоде. Вот, к примеру, если в зайцах много жиру, зима будет долгая и студенная. Ежели кроты в свои норы много соломы наносили, зимняя пора будет суровой. Коль домашняя скотина к вечеру разревелась, жди ненастья. А еще была вот такая примета. Раз день этот выдался теплым, то до начала ноября мороз точно не ударит. А какая же погода ждет нас завтра, 16 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Огурцово Островского района Псковской области который день идут дожди. Завтра столбик термометра поднимется до плюс 13. А вот послезавтра будет маленькая передышка от осадков. Два дня будет сухо, но прохладно. В деревне Марковкино Костромского района Костромской области по сравнению с предыдущими днями осадки уменьшатся, но не прекратятся. Воздух прогреется до 6 градусов, и время от времени можно будет увидеть солнышко. Через пару дней дожди закончатся, и будет наконец-то сухо. В поселении Картошино Ржевского района Тверской области плюс 16 и небольшой дождь. Но уже послезавтра жителей ждет небольшая пауза. Дожди отступят, а там яркое солнце засветит. В деревне Капустино Монастырщинского района Смоленской области прекрасную осеннюю погоду испортит небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, за окном будет плюс 16. В последующие дни температура будет понижаться. Осадки не намечаются. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!